Чувство монет от сверхредкого. Тут, блин, я не знаю, что сделать, если честно. Ну ладно. Опять на Джанет или как-то там граффити или стикеры, я не разбираюсь в этом. Еще какие-то опыты, очки, опыт, удвоитель, опыт, который мне не надо. Вот так вот, слушай, нормальная хата получается. Мифик. Пожалуйста, ну да, я не знаю, мифик какого-то уже. У меня вроде мификов, так не все. Е, дропает скин на Джесси, строительница Джесси с Дрисгем, помню, у меня был данный скин. Капец, просто невезуха. Хоть мифик, хоть не мифик, а падает какие-то дешевые скины на бойцов, которые я даже не играю на них. Так обидно, блин. Так, что-то по-бедному. Я живу здесь. Видимо, мам. Блин, я до Рената еду. Он пойдет. Такой у нас какой-то уголок получился. Как будто это надо снести. Чуть-чуть на блок вот сюда перебьются. Еще 100 монет. Ну, куча монет будет, я уже не знаю, куда их тратить, блин. У меня не будет 10 тысяч монет на скины и не будет мало монет на ничего. Смысл тогда вот монет в общем. Вот так вот, я думаю, нормально. Как обычно все заканчивается. Ладно. Где музыка Майнкрафт? Я не помню. Она должна быть. Вот так вот лучше. Дерево, дерево у меня есть. Чикс. И там, в принципе, уже. Тут и дерево, да? Стена. Блин, я думаю, уже стартдропы заканчиваются. Мне ничего не выпало годного. Может, же на том счету выпало? Конечно. Было неплохо. Ну, блин, хатка маленькая, согласен. Но прикольно, если сделать это из стекла. Видно море. Этого я и хочу добиться. О, вот Ренат. А, я скинул трубку, молодец. А, ладно. Ну, перезвонит, я думаю, не тупой. Надо булыжник. О, кредиты, вау. Я уже и не знал, что их дают, блин. С таким шансовым выпадением. Я не ходил сюда в шахту. Возможно, здесь что-то есть. А я этого не знаю. О, теперь. Звони. Сейчас мне перезвонит. У меня там хата, блин, обустроена. Ё-моё, он пришел на все готовенькое. Что-то я мало всего добыл. Алло. Алло, да. Алло. Ну что, как тебе квартирка, хатка наша? Чё? Как тебе построечка наша? Ну прикольно, но я бы хотел бы вот как помнишь, мы выживали, типа там такие дома большие, много мест. Ну, не навернешь ли ты? Ну, чё есть, то есть. Мне нравится, у нас такой вид на море. Уголок такой уютненький. А ты где вообще? Я у нашей хаты. Я тоже. Ну, вот сейчас приду. Вот я тебя вижу. Ага. Так, что буду делать? Ну еще, наверное, на один блок может быть можно. Сюда. Так вот. Так, теперь надо переплавлять стекло. Ой, боже, почему шея болит? Теперь еще 22 блока туда. Угу. Так, крышу. Надо еще одну печечку. Окей.
Вот так вот пойдет. Переплавлять железка. У меня 2 раза железо работает. Угу. А у нас сохранение инвентаря стоит? Нет. Да-да. А потом посмотрим и слезем этот остров, может какие-то другие дома построим. Так, я хотел сделать бы красиво. Ну, мне не хватает на красиво. Засаживать деревья обратно, чикатило. Да нормально, еще успеем. Я уже засадил 5 штучек. Засади, братишка. Я пошел копаться. Угу. Ну так вот пойдет. Ну я вам нашел уголь. Я тебя сейчас угоню, просто расстреляю. А тебе железо, можно железо взять? В сундуке. Ой, в верхней печке. Можно? Ну да. А что ты хочешь сделать? Мечик. Меч. Ой, железо. Достижение у тебя. 500 угля. Как будто полстака нашел. Хорош. Реально полстака. Минимум. Это мы ешь. Да. Мяско. Так. Я за этот уголь стою. Уголь мне все. Ё-моё, тут как будто больше 30 угля я добуду сейчас. О, мне выпал новый боец Мэнди. Круто. Эпик. Раз за 5 лет мне что-то выпало. Я сейчас добуду угля, я скажу, сколько у меня угля. Прям очень много. Угу. Я пока наделаю очень красивый домик. Как? Короче, 66 угля. Угу. Все, красота, я думаю. И еще тут еще уголь, я понял. Кроватки можно что-то поделать, красота, реально красота. Блин, у меня всего лишь одна шерсть. Why? Так, я думаю, больше нам не надо. Такую тему. Единственное, что можно сделать здесь. Сейчас посмотрим. Было бы неплохо. Ну вот так вот. Сейчас. О, все, я все наконец-таки да открывал. Что там да открывал? Ну эти. Да. Ё-моё, у меня 160 FPS стабильно. 165. Что-то потемнело резко. Ладно. Поставим факела. Короче, я сейчас поставлю себе на максимум. FPS поиграет, я помню, 10, посмотрю, насколько хорошо я качался. Но... Угу. Сейчас у меня 200 шаг, ну это шаг. Но раньше у меня как будто такого не было. Раньше такого не было, да? Могу прокачать любого бойца, ребята. О, Мэнди, кстати. Я даже не знаю, кто это, мне неинтересно. Ларри Лори. Бля, я вообще-то, да. Я тут так могу, бля, реально, у меня даже кирка закончилась. Тут еще, наверное, гаджет могу его прокачать, этого Ларри Лори. А так я хотел вроде динамайк. О, смотрите, гоблин. А, блин, вы не видите. Вы видите Майнкрафт, ладно. Так. О, яблоко. Да, кстати,